Опа. Музыка. Мы в этом. Мы в гиперпространстве, которое после того, как прошлое убиваешь. Ты загнул. О, найс. Радуга. Ой, типа босс-раз, что ли? Вообще посмотрим. О, вообще еще босс. Сейчас от краба сдохнуть было бы классно просто. Глянь, как он быстро умирает. Помнишь, как мы его раньше ковыряли? Ну, походу, сейчас все боссы будут. Ой. Ой. Во время полета можно менять траекторию, куда ты прыгаешь. Вот это с арены. Так. Эту атаку я помню, эту атаку я очень хорошо запомнил. Гандошим его просто вот. Не останавливаясь, я упал. Прыжок. Ааа, фак. У тебя хилки хоть есть? У меня-то хилок дофига. У меня 4. Я, главное, сейчас могу тебя резнуть. Да все, не трогай бедолагу. Музыка тут классная. Да и, в принципе, локация выглядит ничего так. Мы только-только с ним дрались, ну вы серьезно. Хорошо, я хоть оружие поменял себе. Ну тут, кстати, с ним проще, потому что... Арена из двух полос. Да и они тут ослаблены. Думаешь? Да. Мне кажется, у нас просто шмот получше стал. А может быть и реально ослабленные. Ну как сказать? Что-то я... Хилка он из меня выжил. Да найс, найс. Видал его шот? Там этот пенисомеч выпал. Пенисомеч? Да-да-да. Чмена-пенис. Меча-пенис. Вот этот на самом деле жестче, чем все предыдущие вместе взятые. Он какой-то супер шустрый, не? Чё за ну херня? Да, у него ракетки, он типа, он как Дикс, короче, какой-то. Не в этом дело. Его прошлая версия не такая быстрая была, по-моему. Может, это все, потому что две полосы? А хрен знает. Две. Потом тебе так кажется, что он быстрее. Сведи его вниз. Вот, найс. Наконец он кастанул эту атаку. Оно прям все на месте падает. Ау. Хилюсь. У меня еще две хилки есть, так что если еще можешь умереть. Угу. Окей. Ау. Ну, сейчас же здесь желательно. Я прям прочитал твои мысли, сказался. Да. Бабок можно подформить. Ну так, не особо удобно этот будет здесь. Скелет-король. Чекпоинт? Или нет? А где остальные? Лол. Может быть, они дальше будут, потому что они... Опа, наш горилла зеленый чем-либо. В смысле, это наш же чувак, нет? Ярл. А, ну да. А чё это я такой злой, братишка? Не злись. Так, я чуть не понял. Эту штуку ломать надо? А почему он против нас? Я думал, он за нас все это время. Он же типа смотрел голду, которую мы собираем, нет? Ну да. А, это ему урон наносит, видишь? Теперь денежками будет драться. Лол. Ломай. Есть. Он даже... Ау. Как йети. Он даже не удосужился встать, понимаешь? Ему, типа, вот настолько насрать на нас. Угу. Фак. Он только сильный дохера. По-моему, у него не особо много атак. Ну смотри, мы, типа, ломаем эти две херни. Потом он дышит. И вот это, да, и потом он дышит. Надо подпрыгнуть успеть. Мешок можно за раз сломать, давай. Отлично. Чисто теперь дышит? Подпрыгиваем. Фак. Сейчас, погоди, я его чуть-чуть продамажу. Ресаю. Успел. Фак, я думал, не успею. Слушай, ну мы можем его убить, у меня еще хилка есть. Да. Если у него всего три от... О, вот это я тебя еще похилить смогу. Так, все, потеем. О, мешочек. Так, он раз, два, он три. Быстрее стал, нет? Вечер. Блин, а там еще вылетает с него так говно. Угу. Сейчас прыжок. Пипец. Ау. Там просто... Походу, меня поднять ты не сможешь. Что это за рыба? А, это... Которую мы этот, походу... Ни разу не нашли. Да. Я думаю, я тоже сольюсь. Надо хилку очень много будет купить. Кубки есть. Да. Да и у него какие-то атаки такие стрёмные, знаешь, ну...
неэффектно выглядит, но они пипец жесткие. Блин, какой мешок длинный. Угу, вырос. Там человек, наверное, сидит. Лол. О. Ну, не знаю, я не смогу убить его без хилок. Ну да. Ну все, атаки выучили, сливайся и давай заново, сейчас мы вот пидорим еще. Давай, ладно, окей. Не буду время тянуть. Хотя, вдруг получится. Если еще я все равно это вырежу. Ага, так нечестно будет. Да я вижу, уже сливаюсь. Ты уже все, на сторону босса встал, да? О, хилк. Все, короче, окей, я понял. Так просто нечестно будет то, что его соло убьешь, типа, финального босса, а я такой, типа... Вот видишь, что он тут сидит, я не понимаю. Может быть, это для прикола? Че, сейчас еще больше мешок будет? Нет. Какой же маленький. Теперь с черным этим поясом. Черный пояс по жидности. Жадности. О, еще будет дышать. Я завис. Херачу его. Фу, что это за лаги? Ты бегаешь, не знаю. Блин, если бы я сейчас не завис, мы бы его ваншотнули. Фак, что это за пролаг был такой? Не знаю. ПК деревянный у тебя, потому что... Не, пока нормально мне сейчас. Ты вот на ПК не гони. Ах ты тварь, это ты деревянный. Блин, как он шустрый. Ну все, он уже бунтует, типа, чего вы меня убиваете? Угу. Так, все, сейчас дышит. Есть. Все, изи. Да это, наверное, только одна фаза сейчас, вторая будет. Не, все. О, он успокоился. Он такой маленький. Да. Это он, видать, у него дух зеленый усилился, он был злой, а сейчас он теперь типа добренький стал. Да. Сейчас с ним драться, да? Походу. Хилок-то нет. Серьезно? А, лол, он как этот. Да, я тоже об этом подумал. Ну да, кстати. Да-да-да, так и есть. Вот почему не было его. Хилки спавнит. Прикинь. Угу. Вау. Оба. Такого не было. Что-то новенькое. Ну, доджится легко. Отходи. А, он еще и стреляет после этого. Он, походу, понял, со всех миров призывает разные рандомные штуки. Видать. О, хилочка. Хилочка есть. Оп. Прикинь, маунта призовет, на котором можно будет его убить. Такого быть, наверное, не может. Хилку возьми, сзади. Быстрее, быстрее! Фак. Нету там еще. Да ты просто не успеваешь под них. А бомбы можно брать? Лол. Так, это моя... Чё это за говно? На мне спавнится? Нет! Подхилился. Давай, не смей умирать. Мясо. Понятно, на какой он линии стоит. Да, здесь, кстати, линии просто не видно, из-за этого труднее немножко. Половину сняли, половину, давай. Угу. Теперь понятно, что у нас чувак был зеленого цвета. Забываю об... Ай, фак, ты один. Ну, крепись, что сказать. Фак. Че-то ты сразу такой на убыль пошел. С лук стреляй. У тебя лук-то прокачан. Там мясо было. О, фак. Слушай, ну если сможешь, то красава. Не, навряд ли. Можешь побегать подольше, он будет хилки спавнить. Новая атака, да? Ну да, новая атака. Да, так, ну, попытка номер два. 7.4 хилок и прокачанный дамаг. Быстро, в этот раз очень быстро убили его. Ну, запоминаешь атаки, прокачиваешь персонажа, угу. Берешь с собой 100-500 хилок. Теперь зеленый хрен. Кстати, о хилках. Херачим этого ублюдка маленького. Слышь, руны не тратит, а руны забирает. Не знаю, я не восстанавливаюсь моментально. Ай. Мне надо подождать. О. Хорош. Дэш? Нормас. Сука, попал все-таки. У нас жульта есть.
чем прикол ультимейта в этой игре? Скажите, пожалуйста. Короче, пока действовала моя ульта, он себе настакал щит просто. Не ультуй. Нет. А его щит сбило. Да, его щит сбило. Да видишь, он убегает раньше. Ну ладно, надо было же потратить, не зря мы их стакали. Ну да. Ау. Я забываю, что он делает выстрел после этой атаки, если честно. Надо по тени ориентироваться, вот точно, что я туплю. Вообще если щит не успел снять. Хилимся, живем. Пузырь себе свой кастует постоянно. Где хилки, кстати? Чё он хилки перестал спавнить? Класс. Да, я не могу просто подвести к нему. Как он заколебал. Он мерзкий какой-то очень. Ну, в принципе, на протяжении игры он был мерзкий. И как финальный босс он тоже очень мерзкий. Вести бой против него очень неудобно. Спавнит каких-то чуваков постоянно и убегает, как крыса. О, началось. По тени смотри, короче, на какой линии он летит. Стой, уходи. В принципе, довольно легко. Если только не летит сразу по твоей. Так. Должны сейчас. Сейчас должны забрать его. Сейчас, погоди. Взрыв пройдет. Давай, 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 давай. Черт, чуть-чуть осталось. Мясо. Я подумал, мне хил купить или нет? Думаю, пока рано. Да выпей, выпей. Но теперь не рано. Хорошо, что сразу... Фак, меня эти, блин. Щит пробиваемый, я не могу. Не достаю нихера. Я тоже теперь перестал достать. А, вот на эту линию надо. Ну, пробил, алло. Все. От бомбы нахер. Как тебе такой чмошник? О, Borderlands. Если сразу выкидывать-то, а? Привычка, у тебя вечно что-нибудь выкинуть. Вау. О, вау. 4 атаки. И красиво. Выглядит красиво. Отдай ему это. Это чушку. Хочешь, да? Возьми. Блин, смеется, когда выкидываешь, смотри. Ты его поднял, что ли? Да, братюнь. Поднял. Братишку наш. Ну еще, что? Еще надо? Ну забирай свое говно. А, ему не нужно даже, понял? Все? О, да. Ухают там всякие. Блин, там босс сидит с нами. А вообще с нами враги сидят, какого черта? Типа, они все были под контролем этого зеленого хера? Возможно. Блин, ну реально там сидят вот эти чуваки, которых мы встречали. Морж, морж! Он вернулся! Он живой! Все-таки мы его не утопили. Ну, все, прощаться будем. Нет, я хочу досмотреть до конца. В смысле, так, блин. Кто это такой сидит? А в какой игре? Да, он же продает оружку. А, у него башка такая сплюснутая. Вон кристалл наш. Блин, в мафии, по-моему, когда проходишь игру, нереально долгий титр их скипнуть нельзя. Да во многих играх такая херня есть. Ладно, короче, всем спасибо большое за просмотр, то, что вы досмотрели до конца это прохождение. Пишите, как вам вообще, звать еще Лёшу или нет. Вот, такие дела. Напился там, да? Всем, да. Вот нельзя вот после ролика это делать? Всем нельзя? Я не буду тебя больше звать, пошёл. Ставьте дизлайки, если хотите еще увидеть меня в серьёзных роликах. Все, я это вырежу. Дизлайки ставить не надо. Ладно, шучу, ставьте лайки, там делайте репостики, там что еще просят обычно. Не знаю. Я-то не знаю. Там не рекомендуйте друзьям, там мамкам, да, папкам. Да все, показывайте. Все, успокойся, успокойся. Все, хорошо, закончил. Давай, чуваки. Я маме покажу. Peace.